21 человек погиб, около 50 получили различные ранения в результате взрыва на овощном рынке в пакистанском городе Парачинари. Как сообщает агентство Associated Press, теракт произошел в 8:50 утра по местному времени, когда на торговой площади уже собрались первые покупатели. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Отмечается, что это уже четвертый взрыв, прогремевший на этом рынке за последнее время.